Народные средства от ЛИ могут быть не менее эффективными, чем покупные химические средства, и при этом гораздо более безопасными для растений и человека. Растворы, приготовленные своими руками из натуральных средств, это настоящая находка для любого цветовода. В этом видео мы расскажем вам о нескольких рецептах, которые быстро помогут справиться с тлей. Раствор на основе картофельной ботвы. Для начала кладем в пустое ведро 2 кг измельченной ботвы картофеля, заливаем водой доверху, потом настаиваем в течение 3-4 часов, процеживаем и опрыскиваем растения. Настой тысячелистника. Берем 200 граммов свежей травы тысячелистника, заливаем 2 литрами кипятка, настаиваем в течение 1 часа, после чего добавляем 8 литров воды. Также можно сделать раствор на базе жидкого мыла. На 2 стакана воды добавляем пару чайных ложек жидкого мыла и 1 стакан растительного масла. Опрыскиваем раз в 5-6 дней, и тля уйдет. Можно сделать раствор на базе золы, если вы собираете золу с мангала или печи. На ведро горячей воды добавляем килограмм золы, настаиваем 2 суток, процеживаем и делаем опрыскивание по листу и стеблям. Можно сделать отвар из луковой шелухи. На ведро кипятка добавляем половину ведра шелухи, настаиваем 24 часа, процеживаем и опрыскиваем. И последним средством является вода с кока-колой. На литр воды добавляем литр колы, размешиваем и опрыскиваем растения в сухую погоду. Одно из этих средств обязательно победит тлю надолго. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.